Ладно, давайте продолжим сюжет, так сказать. И начнем шестую главу, шестой день. И погнали. Неужели все-таки они не попытаются пойти за нами? Я посмотрела через плечо в то время, как мы шли в горы по пути. Ни Саюри сама, ни Рёки не видно нигде. Я не чувствую ни единого признака их присутствия поблизости. Ах, слава богу, что Рёки-тян поверила в ту ложь, которую мы ей рассказали. Ханаби вздохнула с облегчением. Когда Кафу увидела и услышала то, что она сказала, она посмотрела на нее. Странно. Ты та еще дура, действительно. Дура я? Почему ты это говоришь? Она поняла то, что мы солгали. Да. Я тоже так думаю. И как бы, если она все-таки знала, что мы ей солгали, почему она все-таки нас отпустила? В любом случае, мы приближаемся к тому, к чему мы идем. Мы должны сделать то, ради чего мы сюда пришли. Мы согласились помочь Саюри сама со своим планом, потому что у нас тоже были, скажем так, свои мотивы для этого. Мы хотели встретиться с кое-кем, кто умер давно. Ну кто бы сомневался? Ну само собой, они хотят встретиться с тем, кто сдох. Очевидно. Блин, я думал, что они там какую-нибудь тайну вселенной хранят, там что-то хотят воскресить плохого дяденьку или тетеньку. Хотя еще не факт, сейчас посмотрим, что дальше. Это некто, с кем мы встретились, когда мы были еще молодыми в нашей деревне. Моикай. Готовы? Еще нет. Или подождите еще. Мы, три сестры, играли в прятки. Готовы. Те двое спрятались, и я начала искать Кафуру Ханаби.
Где же? Ого. Я искала у деревьях, на деревьях, а в храме неподалеко, а под мостом, что связывает две маленькие островки, скажем так. Но они слишком хорошо спрятались, и я не могла их нигде найти. В лесу было очень тихо. Я мало что слышала. Мне стало одиноко. А затем мне стало немного страшно. Мне это не нравится. Я должна поспешить и найти их. У меня было чувство, как будто кто-то наблюдает за мной. Кто там? Там кто-то есть? Ханаби? Или, может быть, Кафуру, ты? Что? Я почувствовал, что кто-то на меня смотрит сзади. Я быстро повернулась. Там была девочка. Стояла одна. Она была одета в чисто белую одежду. И... как это называется? И красная ленточка была у него в волосах. Кто? Кто ты такая? Привет, Скаймал. Девочка слегка улыбнулась и указала в сторону храма. Там Ханаби Кафуру прячется, что ли? Да, Фумо, да. Хотя вот сейчас остановились. Но до недавнего момента их было много. Она медленно, но утвердительно, можно сказать, кивнула. Та девочка и я, мы пошли в храм. Тихо открыли дверь. Да уж, действительно, Ханаби и Кафуру прятались там. А как ты узнала? У Ханаби было широко раскрытые глаза. В то время, как она спросила меня об этом. Но вопрос в том, что... кто это она? Кафура указала на девочку, что была рядом со мной. Та девочка продолжала улыбаться, но не ответила. Ну, возможно, она хочет поиграть в прятки с нами. Когда я это сказала, девушка медленно... как сказать...
двинула головой вверх-вниз. Мы позволили ей присоединиться к нам. И тем самым нас стало четверо. Когда солнце начало садиться, мы закончили играть. И та девочка вернулась обратно в гору в одиночестве. Ну да, Скаймал, кивнула. А там наверху что, есть какие-либо дома, что ли? Кафу рассказала это в то время, как она уходила. Я тоже задумалась об этом. Но что-то не помню, чтобы кто-либо говорил или о том, что кто-то живет там. Мы никому не рассказали об этой девочке. А в нашей деревне очень много жестких правил. Поэтому мы подумали, что если мы будем играть с кем-то незнакомым, не связанным с деревней, это может доставить нам неприятности. И с того момента она появлялась много раз, когда мы не ожидали. Ой. Я помню, что как мы Я помню, как мы играли в какую-то игру, и когда я повернулась в сторону, она появилась прямо перед моим лицом. Но, видно, она все-таки призраком была. В тот момент у меня чуть сердечный приступ не случился от внезапности. Мы продолжали с ней играть. И мы скрывали этот факт от наших родителей, потому что, по правде говоря, мы не ожидали такого друга. Наша деревня была типа особым лагерем тренировочным для особых служительниц храмов. Ничего себе. Нас троих тренировали как служительниц. С 2 лет они начинали нас тренировать. Физически в данный момент мы намного сильнее и быстрее, чем обычные взрослые. Не говоря уж о других детях. Там что, терминаторов делают, что ли? Поэтому независимо от того, в какую игру мы играем, мы всегда знаем, что всегда будем побеждать. Играть с нормальными детьми для нас просто невозможно. Однако та девушка отличалась, была ненормальной. Боевых Мико. Знаешь, возможно, в той деревне начали учить Утамико, если ты помнишь Омега Квинтет. Пользователь Вэти активировал премиум на ваш канал.
Спасибо Вете за активацию премиума. Добро пожаловать, 60 FPS и 7 мегабайт битрейта. Мегабит. Она была даже лучше, чем мы. Мы играли вместе с ней. И она постоянно нас находила. Обыгрывала. Действительно, это было круто. Да ты такая быстрая. Ты прямо как шиноби. Та девушка кивнула, когда Кафур сказал это. Постой, ты что, серьезно о шиноби? Та девушка задумалась об этом на секунду. Когда она была в шоке. Блин. Ну и что это? Так значит, она была как шиноби, но не была шиноби? Она это хотела сказать, что ли? В то время, как я пыталась понять, что она хочет нам сказать, она... заговорила. Короче, открыла свой рот впервые. А нет, все-таки заговорила. Я до сих пор помню каждое слово, что она сказала. Завтра ночью в 11 часов Йома нападет на деревню. Поэтому скажите всем убежать. Убегать. Иначе и всех настигнет смерть. Если бы мы только поверили ей тогда. Если бы мы были намного более смелыми. Она бы не умерла бы. Вот почему мы должны найти ее. Мы хотим увидеть ее еще один раз, для того, чтобы мы смогли отблагодарить ее и извиниться. Для сестер Микагура этот тысячелетний фестиваль Кагура был наш. Однако, даже несмотря на это, почему мы не можем почувствовать ее присутствие нигде? С тревогой в своем сердце мы продолжали ходить по тропинке в гору. Скаймал, что за день? Блин, вот знаете, все-таки я говорил плохие вещи вот насчет этих моментов сюжетных в игре. Однако, не знаю, читая их, я... Не знаю, я погружаюсь реально лучше в этот мир все-таки. И... Блин, мне даже нравится, мне даже как-то... Этих девочек жаль, что ли. Ну, понятно, банальщина, но... Мне нравится. Так что... Блин. Даже не знаю, как это объяснить. Короче, мне нравится реально. Так. О, господи, Сократ. Так. Скаймал. Да-да, точно, я и забыл. Да-да. Рад за тебя. Удачи. Ладно, давайте продолжим. Та девушка
Я не думаю, что мы сможем найти ее сегодня тут. Ну, не беспокойтесь об этом. Она должна быть где-то тут. Нам просто нужно продолжать искать. Да, но у нас-то не особо много времени-то. What? У нас опять CGI-арт, да? Кстати. Продолжить искать? Вы кого-то ищете? Ух, ну ты меня и напугала! Да я почти сейчас не бомбанула! Ну, кстати, да. Вы помните, как бомбит Ханаби? Как бы это сказать? Вы твари! Я должна была догадаться. Ну, если бы... Нет. Кого вы ищете? Если вы нам скажете, мы можем даже вам помочь. Да, однако взамен мы хотим, чтобы вы нам ответили на один вопрос. И что за вопрос-то? Мы спросили Саюри-сама о истинной цели, что стоит за тысячелетним фестивалем Кагура. Однако она сказала, чтобы мы сами поняли смысл слов «тысячелетний фестиваль». Еще тут непонятно. Ну и как бы мы в тупике. Вы не знаете случаем, что она имела в виду? А, вы об этом! Сестренка Ханаби, держи рот на замке. Саюри сама вам уже сказала подумать об этом, верно? Тогда в чем смысл спрашивать кого-то другого об этом? Чтобы вам рассказали то же самое? Все, дело закрыто. Да, ты права. Мы не должны были ожидать, что загадка это решится очень так легко. Мы, да, извиняемся, сами найдем ответ. Давайте побьем морду друг другу, что ли. Ну, как бы... И что дальше-то? Мы проделали весь этот путь отсюда и возвращаемся с пустыми руками? Действительно. Думаю, что сейчас можно устроить шиноби сражение. Блин, вы это произнесли так, как будто это какое-то шоу. Вы по... Посерьезнее будьте. Мы имели в виду только одно. Мы сейчас хотим уничтожим ваши... Нет. Мы хотим уничтожить ваши башни для того, чтобы вернуться в наш мир. Вот и все. Мы приняли решение. Mm.
подожди секунду. Продолжай. А ну стоять! Это очень важное решение. Вот слушайте, может вы все-таки воздержитесь от уничтожения наших башен в данный момент? Что? Ты вообще че несешь? Неужели... То, что бабушка нам сказала, изменилось. Что-то изменилось в том, что бабушка нам уже сказала. Ну, как бы нет, но... О, господи, да хватит уже! Вы все просто еще усложняете. Ладно, наша задача в данный момент защитить наши башни. Если мы это сделаем, то праздник Шиноби продолжится. О! Мне за Кафуру дадут поиграть. Ну, наконец-то! У стервочки бомбит. Да, у нее бомбануло. От всего этого дерьма. Оу, это же арена. Но особо далеко не получается отходить для того, чтобы их тупо поливать водой. Ох ты ж тварь. Давай, переженимся. Дельфина призывай. Ща будет. О, один стволи. Опа. Давай, мой дельфинчик, мочи. Он замечательный. Очень хороший дельфинчик. Странные дропы. Мочи. А, замечательно. Да, фум, опять. О, хорошо. Фум, это нормально. У меня то же самое с твичом.
Медведь атакует. Так, Каруга, Хибари, Кацураги. А, нет, только они двое. Погнали! Укротительница дельфинчиков! Кто знает, что она делает с дельфинами? Не зря они такие послушные у нее. Так, третье искусство ниндзя. Как пылесосом всасываем противников в задницу дельфина. Извините, ребят, но это так выглядит. Кому зачем? Не знаю. Я бы тоже хотел узнать. Давай, сраный Хибари, трансформируйся. Что такое, Элит? Нормально все? Кстати, ребят, у меня тут один вопрос. Какая игра лучше? Dead or Alive Extreme Beach 3 или Division? Погнали! Так, один ответ есть. Ох. Ну, просто у меня тут знакомый говорит, чтобы я отказался от DOA и взял Division лучше. Я этого не сделаю, потому что, ну, во-первых, тут много причин. И я никогда даже не подумаю о таком. Ниблер, сарказм, понял. Не смей. Ты, я даже не подумаю об атаком. Привет, Грей 5. Че такой удивленный? Давай. Готово. Так, стоять, тут же есть интерактивное место. А, вон оно. Многих бомбит. Забудь о существовании. Да не, просто там анонсировали фри-ту-плейную версию, которая выйдет через 2 месяца, и в ней будет ничего. И всех девушек, и вообще всю игру придется покупать по кускам. Как бы, типа, будет бесплатная версия, он этим отмазывает. Нет, я хочу полную версию, нормальную. А не какая-то срань фри-ту-плейная. По сути, она вообще будет другая игра. Так, Ниблер, ну я понял, я понял. Ну что ж, мы победили. Кафуру молодец. Так, ну SkyMall, ну да, типа того. Ну и ты знаешь, что там по отдельности все стоит дороже раза в 3, чем если купить все сразу. Просто у меня бомбануло сегодня, когда я общался с другом насчет этой темы. Ладно.
Ура! Мы защитили наши платформы! Чи? Что такое? Чи? Серьезно, что такое? Хибари уверена в том, что ты что-то скрываешь. А? Откуда ты вообще знаешь об этом? А, так значит это правда. Ты что-то скрываешь. О, дерьмо. Секунду, я не знаю, как это вообще можно перевести на русском. Дура дурой. Да нет. Короче. Ты просто самая большая дура из всех дур, не так ли? Она Ханаби сказала это, если что. Дайте я угадаю. Вы ищете кого-то, кто умер, верно? Капитан Очевидность. Откуда ты знаешь? Неужели ты эспер? Да, так и знала. Господи. Блин, дерьмо! Ты опять меня обманула! Господи, Ханаби такая тупая. Я даже не знаю, что сказать, серьезно. Я знал, что она тупая, но... Хотя кого я скрываю? Я знал, что она настолько тупая. Просто делал вид, что я удивлен для атмосферы. Да. Мы ищем кое-кого, кто умер. Вот поэтому мы хотим, чтобы этот фестиваль продолжался. До тех пор, пока мы ее не найдем. Не говорить об этом Саюри-сама. Окей? Да. Я думала, что вы являетесь куклами, миньонами в руках Саюри сама. Но, по-видимому, это не так. И знаете, в каком смысле даже это... Это хорошо. Не беспокойтесь, мы не расскажем ей об этом. Понятно. Ну, спасибо вам. Две баки нашли друг друга. Да, они нашли друг друга. Однако, битва это битва, и мы проиграли в этот раз. Однако, мы вернемся вскоре снова за вашими башнями. Давайте, вперед из песней. Мы с радостью вернем вам должок за этот раз. Вот это то, о чем я говорю. Буду ждать. Ну, Сократ, ну вообще-то с ней можно поиграть, если хочешь. Сам знаешь где. Эти дуры, походу, нашли друг друга. Да, ну согласна. Фумо, кто-то читает твои мысли.
Знаешь, ты и я, мы... В каком-то смысле похожи. Да, я тоже так думаю. А, они про них? Неужели... тебе тоже нравится трогать сиськи? Трогать сиськи? Но теперь, когда ты об этом заговорила, ну, я бы, наверное, не против... когда-нибудь. Вот как! Прекрасно. Если тебе интересно, я могу тебе показать разные техники, то, как их можно массировать. Определенно, ты можешь меня научить всяким разным штуковинам. Я отныне буду звать тебя Кацураги-сэмпая. Хорошо. А, позволь меня привести тебя на путь... сексуального дамага. Кацураги-сан, а ну прекращай. Эй, ты! А ну не делай всякие странные вещи с моей сестрой. Да я просто шутила, вы чё? Не нужно такие страшные злые лица делать. Какой же у нее пропитанный, прокуренный голос. Ты про Кацураги? Не, ну Кацураги это реально просто нечто. Я... Интересно, кто ее озвучивает? И сколько ей лет? А вы хорошая пара. А? Разве вон там это не Рёби? Интересно, что случилось? Рёби-тян, что такое? Ты тут одна? Все нормально? Аска. Если тебе не нужно быть такой угрюмой, если тебе нужно с кем-нибудь поговорить, то я вот прямо тут. Ты, да вместо того, чтобы разговаривать с тобой, я лучше поговорю с задницей свиней. Че, серьезно? Свиной задницей, о. Ну, я буду... Ну, я думаю, что я тебя, наверное, лучше буду с... Нет. Я думаю, что я, наверное, буду лучшей слушательницей, чем... Ниблер, а можно какую-нибудь фотку так, ради интереса? Каждый раз, когда Рёби видит свою сестру, она начинает ревновать. Ну, я хочу сказать, что это... Как-то странно. Привет, Свобода. Что бы я ей ни сказала, она всегда улыбается и всегда с хорошим настроением.
Она вся прямо испускает теплом и добротой. Она очень хорошо заботилась обо мне. Короче, о нас с мамой, когда она умерла. Кстати, Ниблер, а они чем-то даже похожи вроде бы. Да, есть у них что-то. Сейчас, подожди секунду. О, господи, Ниблер, ты где нашел эту страшную вещь? Это же шок-контент. Ну, Слобода, ну, втянешься потихоньку. Плюс это не важное, не самое важное тут. Блин. Капец. И я думаю, что именно за это я ей завидую и ревную к ней. Я не совсем уверена, что ты чувствуешь ревность. Зависть. Еще. Ну, как бы, Реки же была тебе почти что матерью, верно? Ты что, действительно будешь завидовать своей маме? Тогда что это такое тогда? Ну, может, фаза бунтарства. Фаза бунтарства. Ты же ведь хорошо ладила с Рёки до тех пор, пока у тебя не началось это бунтарство. Ну, как бы... Видишь ли, моя мама, она тоже была шиноби. И она была очень хорошей домохозяйкой тоже. Однако во время средней школы я очень много раз почему-то злилась на нее. И даже не понимала, почему такое со мной происходит. И оглядываясь теперь назад, я понимаю, что, возможно, я слишком много сильно зависела от ней, от нее. Я знала, что она никогда не возненавидит меня за то, что я постоянно слишком сильно завишу от нее, короче, использую ее. Независимо от того, как сильно я злилась. Что-то сюжет вообще попер. Хватит со мной в шутки шутить уже, а? Ты сравниваешь меня с тобой, как ты была еще в средней школе? Ты что, на что это хочешь намекнуть-то, а? Я сейчас дыру в голову тебя сделаю.
Извини, это не то, что я хотела тебе сказать. Я просто хотела показать, дать тебе понять то, что я понимаю твои чувства и что у тебя происходит. Ну, неважно. Блин. Может, мне все-таки стоило промолчать? Да, стоило. У всех какие-то тараканы в голове происходит какой-то. Так, наконец-то закончилось. Блин, этот эпизод был длиннющим достаточно. Да. Сейф, все правильно. Ладно, давайте еще один эпизод. Привет, Имусан. Я пришла сюда сразиться с тобой еще разочек. Хикаго? О, похоже, за Хикаго играем. Что-то ты не особо в духе. Что случилось? Мияби, она, похоже, хочет жить со своей матерью тут, в этом мире. Остаться навсегда. Ну, я имею в виду, что мне нравится тот образ. Нет, та манера речи. Нет. Детская манера речи, которая у нее сейчас. Однако, если она останется тут, то это значит. Однако желание Мияби — это и мое желание. И я хочу остаться тоже тут тогда. Тогда а что будет с Хибиджу и его восстановлением? И что насчет Йому? Вы так его оставите, уничтожить землю, что ли? Если это то, что хочет Мияби, то тогда. А ты серьезно согласна с этим? Отказаться, по сути, от своей жизни из-за кого-то, кто уже умер? Ты уверена, что это действительно правильный путь, по которому следует пойти? Ты вообще не понимаешь, о чем ты говоришь? Откуда ты можешь знать, как себя Мияби вообще чувствует? У тебя даже эмоций нету. Именно. Ты права. Я потеряла некто очень важного для меня давно. И, по сути, только слезинку уронила. Она была для меня другом. Что-то типа сестры даже. Она мне помогла во многих тяжелых временах. Да, Фума, она читает лекции. Если бы у меня были бы эмоции, то, наверное, я бы рыдала один день или два дня, недели. Может быть, даже. Да,
Однако, я очень холодно все воспринимаю. Так что нет. Я не понимаю действительно до конца чувств Мияви. Однако я уверен, что ты понимаешь. Чё? Иму-сан нара Мияви-сан но кимочи га вакару ёно. Иму-сан, ты ведь понимаешь чувства Мияви, верно? Мияви-сан ва хахаоя то атта даке де нари мо ка мо васурете шимау ёна хито нан ка? Если она такой человек, который отбросит все только ради того... Нет. Она действительно такой человек, который готов отбросить все для того, чтобы быть со своей матерью. Нет. Она просто в небольшом замешательстве в данный момент. Увидит свою мать опять. После такого долгого времени. Ну, тогда я думаю, что ты единственная, кто может разбудить ее из этого, скажем так, из этих иллюзий. Хотя это не совсем правильно. Короче, разбудить из этого сна. Если ты единственная, кто все-таки ее понимает, то я думаю, что ты должна и можешь это сделать. Я... Хикаго, ничего так. Хикаго, ты знаешь, что ты меня постоянно выводишь из себя, ты меня бесишь иногда. Я не хочу этого говорить, однако... Я хочу попросить тебя об одолжении. Что? О чем же? Я хочу бросить тебе вызов, если я собираюсь... вернуть в норму Мияби. Мне нужно стать сильнее сперва. Так все-таки за кого? Играть-то буду. За Мияби или за Хикаго? Фу, за Мияби, за Иму или за Хикаго? Ну ладно. Конечно. Если ты этого хочешь, я сражусь с тобой в любой момент. Не ожидай благодарности от меня, Хикаго. Я просто побью тебя за все свои унижения. Хорошо, давай начнем. Вдарь ей как следует. А кому именно, Фума? Я все-таки Хикаго, походу. Да, кто там хотел Хикаго? Вот, дождались. Она, кстати, неплоха. Сейчас, секунду. Так. Соперница, кому же еще? Очкастый, конечно, вот. Ну, соперница-то соперница, но какая именно? Потому что так и не было понятно, за кого будем играть, за Иму или все-таки за Хикаго. А ты взял и отмазался. Соперницей. Неважно, как вот. Ну, кстати, Фума, очки можно снять. Конечно, неплохой, ведь она мой любимый персонаж. Ну, Скаймал, ну... Ну, да.
Хэншинимся. Нет, парней нету. С парнями есть отдельная игра. Называется Апперс. Она должна была выйти в апреле, но ее перенесли. Хотя там нужно за парней избивать других парней, потом лапать тян и игра от создателей Кагуры, но не важно. Вы видели. А, точно, Фума, я и забыл про то, что было вчера. Вот почему, да, точно, точно. Ты же и начал ее хейтить от этой ныне. Ну, Лид, демо-версия есть, и я же ее стримил даже. Демо-версия у меня на Вите валяется до сих пор. Да, нельзя было повернуться в другую сторону. Да, Сократ, именно она. Там много чего с ними еще можно сделать. Там я нашел пару фич, которые не знал о них сразу. Так, иди сюда. Опа. Хорошо. Ну, замечательно. Трупак. Так, мне раньше она не особо нравилась, и дело не только в очках, а в характере, но после того, как она угрожала отрубить интернет Лен Тян, надеюсь, что для нее здесь хэппи-энда не будет. Да. Она погасилась на святое. О! Третье искусство ниндзя. Ну, собственно, вот ее третья форма. Режим берсерка. О, господи, да она просто... Вот ты ж, блин, бешеная какая-то. Команка. Это типа считается ее третьей формой. Хотя внешне ничего не меняется, к сожалению. Хотя нет, как не меняется? Меняется выражение ее лица, язык выходит наружу. Блин, у меня уже комары завелись. Это безумие. Да, это безумие. Что-то так себе. Ты издеваешься, что ли? Mm-hmm.
сравнению с тем, что у некоторых персонажей вообще нету ничего подобного. Нормально. Она сейчас улыбнулась. Ну вот, да, улыбнулась. Ну, блин, мне нравится эта форма, так сказать. Неплохо, неплохо. Конечно, ни в какое сравнение с Юми Асу. Аской, Комурой и Мияби. Ну, тоже неплохо. Да, в этом режиме ей тяжело управлять, ее колбасит как сосиску. О, пошло дело. О, господи, не, бля. Опять страшные вещи, страшные вещи кидаешь. Слушай, Фума, учитывая, кто она такая, как она себя ведет, то это для нее просто идеально подходит. Ты ж тварь. Ну, еще, конечно, можно было сделать, чтобы она в змею превратилась. Тогда, да, это было бы круче. Ах ты ж. Слушай, может, хватит использовать одно и то же несколько раз? На, я тоже так могу. Дура. Ты ж тварь! Ты издеваешься? Мне один удар нужно сделать, и я выиграл. Готово. Не один удар, а два. Немного одежка порвалась. Ну, нормально, сойдет с пивком. Ну как, достаточно? Да. Думаю, этого для меня как раз достаточно. Понятно. Ну тогда удачи тебе дальше. Хикага. Ну что такое? Сейчас, секунду. Mm.
Блин, как же это слово переводится, я забыл. Ты мне... Нет, это не то. Сейчас, сек. Я знаю, насколько ты холодный выглядишь. Однако ты не такая. Ту слезу, что ты уронила из-за человека, что-то потеряла. Это были настоящие слезы. Слеза. Не имеет значения, сколько ты плакала из-за этого. Или как долго. То, что самое важное, это то, что они были настоящими. Поэтому, ну, как бы, дерьмо, ну, никак мне это сказать вообще. Цундерка, бля. Иму-сан, а ты хороший человек. А, да, точно, да, я это хотел сказать. Хикаго, я хочу сказать то же самое о тебе, но ты первая это сказала. Да нормально все. Не нужно тебе говорить об этом. Не нужно тебе это говорить. Я понимаю, что ты это чувствуешь. В следующий раз сможешь и так это сказать, выразить. Да. Я это ради Мияби делал. Вверх, клинком. Ну... КЗ. Причем тут вообще Вера и Хикаго. Ладно, давайте сохранимся и все. На сегодня закончим с сюжетом. Завтра уже, как всегда, 7 часов продолжим. Завтра можно еще побольше постримить. Ну а на сегодня все с сюжетом. Thank you.